магазина, жду, когда откроются магазины, чтобы купить мелиссе. Надеюсь, ей будет хорошо, не будет мало. Конечно, не очень хорошо стёганку покупать за 200 с чем-то евро, за 250 где-то, да, или 270. И еще если будет маленькая, это вообще будет. Решила поесть мороженого тоже. Легкий перекус сделала для жаркого дня, то есть в жаркий день. Господи, что шумят-то. Надо бы вернуться домой, часок поспать. Но как подумаю, что по этой жаре надо подниматься наверх, мне аж плохо становится. Может, все-таки высидеть, да, до 3:30. И вечером спущусь. Мои еще не приехали, они приедут после обеда, потом еще поспят, на море ездила, Лидо ездила, и потом еще полтора часа ехать сюда. Из Лиду Диезела море. К вечеру, короче, приедут. Идут. Ой, не скажите мне, что они друг друга любят. Так похоже. Семья на велике. Девчонки, какая красота. Я взяла вот это вот с клубникой. Я взяла вот это вот себе. Только что поела мороженое с тирамису, но у меня какой-то аппетит вообще. Девчонки, хоть чуть-чуть ветерочек подул наконец-то. Жду открытия магазина, чтобы купить Эрмана Шервино для Мелиссы, стёганку на гусином пуху, натуральном. Классные вот эти белые с розовым, да, кроссовки. Интересно, что за марка. Так, не вижу цен, что за цены. Кеды, то есть все для детей. Монклер. А, вот у них тоже есть Монклер. Надо посмотреть сперва у них, да, сколько стоит. Вдруг у них дешевле даже. Так, Джака стоит. Джака. 505, 430, ой, ну может есть распродажа, как вы думаете? Вот такие вот детские вещички. Сегодня никого нету в баре этого отеля, где мы здесь вчера сидели. И Анжелка прикалывалась над всеми проходящими. О, слава богу, вернусь домой и посплю хоть часок. Ах, и вечером выйду на тусовку. Пятницу вечером Кортина. Надеюсь, что хватит энергии. Уже 5 дней, сколько дней или 6 дней пьем. Так, я же забыла спросить, уже пришло 50% Стефанель или нет.
Ciao, scusa per disturbo. Arrivata 50%? Sì. Tutto? Tutto, tutto il 150. Oh, mamma mia, io ho preso per 30 ormai. Vabbè, vediamo adesso. Qualcosa voleva. Так, non questi. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Questi camici adesso quanto costano? Io li dico subito. Questi sottili camici. Dovrebbero essere 50 euro. Non dico con precisione. Anche questi andate 50%? Esatto. Azzurri. Девчонки эти тоже все 50% уже. Ага. Лень было раздеваться, сверху попробовала 40-й размер Рамье, не лен, а Рамье Стефанель. Уже 50% распродажа, 50 евро стоит от 100 евро, но сделано как рубашка, блузка кореянская, корейская, традициональная. У них такие блузки. Я-то хотела что-то вот так вот, чтобы с брюками носить. Такие вот дела. Вот так вот. Блузка такая. Но я не стала раздеваться, переодеваться. Не хочу. Лень мне. Девчонки, я прямо как кореянка вот так вот. Смотрите, 50% будет 25 евро вот эти штанишки дома носить. Оказывается, своя фельпа тоже есть. И вот такие вот вязаные, это 75% хлопок. Тоже будет полцены 30 евро. Такие смешные. Ну, вот эти еще можно, которые вот эти, да, красивый цвет. Так, vediamo se ho felpa di questa, mettiamo qua. Ah, così fatto. Вот так вот, без рукавов. Senza manica, sì? Ah, interessante, без рукавов. E quanto costerebbe questa? Questa viene 50, sempre da scontare. 50, 25 euro. Questo minimum misura è sempre grande? Sì, minima. Questa è la small. Poi c'è anche il color senape dopo. Ah, девчонки, как интересно так в горах-то носить по вечерам. Так, XS 100 евро, 50 евро arriva со своими шортами. Carini. Такое вы когда-нибудь видели, вязаные шорты, вязаные? Это где носить-то такое? В холодную зиму, что ли? И смех, и грех. Такие вот серого цвета, ледяного цвета. Лед. Гьячо. Ой, девчонки, примерила спортивные вещи, шорты, вязаные шорты в Стефанель. Посмеялась над собой. Такая смешная. Особенно в вязаных шортах. Так, теперь идем забирать стёганку для Мелиссы. Вот будет интересно, если она вырастет к зиме. Растет ту-ту-ту, чтобы не сглазить, как на дрожжах. Я в шоке просто. Вот и вся деревня. Куртина Дампецо.
Так, Видьяма, что случилось сегодня, какие новости? В общем, получается, политика. Драги ушел в отставку и все такое. В сентябре, 27 сентября снова будут голосовать и выбирать нового, кто он будет у нас, премьер-министр или кто, президент ди камера ди консилио. Ну, в общем, который делает международную политику, самый главный. Ой, чуть-чуть все-таки похолодало. Съела я опять дольче, потом выпила еще кофе, а то такая вся сонная как будто. И получается, что 6 евро 70 чентезимов. Одно пирожное и бисквитное, и один кофе. Ловат. Так, эти тоже ждут. Ой, что такое? Почему было темно? Вот такие вот цены. 6,70. А 4,50 стоит пирожное и 2,20 просто кофе. Кафе Макиато. Вот такие вот цены здесь. Вот. 6 евро в другом баре, 6,70 в этом баре. Уже 13 евро ушли. Вот так вот потихоньку деньги и уходят. Нифига себе, вы знаете, сколько это платье стоит традиционное горное? 215 евро. А это интересно, сколько стоит? Не вижу отсюда, девчонки, вы видите? Вообще не вижу далеко, уже 1,5 метра, ничего не вижу. 85 или 95 платье стоит. Okay, девчонки, я решила взять это Армана Шервина. На 4 года написано. Будем надеяться, что оказывается 250 евро. Да? Дученто Чинкванте Тре. 40% распродажа. Написано Love. Love di nonna. Любовь бабушки. Грация, грация, мили. Смотрите, у них даже карта историческая. Quanta anni ci questo negozio? Questo dagli anni 60 circa. Мама мия. Белиссимо. У них вот своя такая горная. Ампецано. Карта Ампецано, веро? Тиролезе. 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 Вот девчонки. Девчонки, все-таки купила этот Армано Шервино Мелисси. Хотя бы сделаю ей подарок. Надеюсь, ей будет хорошо. Надеюсь, она не слишком вырастет к зиме. Потому что это зимняя, теплая вещь. Ах, хоть гора с плеч, а то 3 дня думала, покупать или не покупать, покупать или не покупать. Вдруг они маленькие какие-то, маломерки. Мелисса высокая, переживала так. Потом они сказали, что если что, я могу вернуться и поменять на что-нибудь, если совсем ей будет мало до конца сентября. Хотя во время распродажи не меняют, но они сказали мне, ладно, тебе поменяем. Я поэтому взяла. Посмотрим до сентября, как она вырастет до конца сентября. Ну что ж, не буду много разговаривать, потому что жарко, пойду я отдохну. А то вечером есть еще вечерние тусовки, в пятницу вечером. Куртина ди Ампеццо. Поэтому смотрим. Смотрите на эти горы красивые. Бонжорно. Красивые горы. И на этой ноте я прощаюсь с вами. И
Вот это тоже хорошая пастичерия, тоже дорогая. Здесь хлеб очень вкусный продают. Вот такие вот горы, Кортина де Ампеццо. Посмотрите. Я с вами прощаюсь. Всем привет, всем здоровья. Девчонки, все колышется. Прямо каждый раз, когда возвращаюсь, прямо не нарадуюсь на эту панораму, пока возвращаюсь. Так красиво. В общем так, за эти 5-6 дней я столько денег потратила на дринк каждый вечер. Поэтому лучше купить все-таки моей внучке эту стеганку. Бонжорно. И тем более я сегодня получила мою зарплату с Ютуба. 103 евро пришли на карту. 103 евро я, девочки, заработала. Лучше, чем прошлый месяц, по-моему. В прошлом месяце или позапрошлом я вообще 87 или 80 заработала. Поэтому добавила еще 150. Даже вот было 253 евро, да? Они даже вот эти 3 евро, 53 евро, 253 евро 70 центезимов, да, по-моему, было. Она вот даже эти 3 евро чентезимы взяла потом. Я говорю, ну сделайте мне подарок, округлите 250 евро. Хотя бы там кофе с брёш подарите мне. Обычно так дарят, округляют. Ну, видите, эти горные люди, они такие, они монтанары, они очень закрытая мента, у них не умеют удовлетворять клиентов, запросы клиентов не умеют удовлетворять. Вот эти красивые цветочки. Обожаю. Вот так вот. Мини-гольф для детей. Всем здоровья и добра. Тоня, смотри. Ой, пчелка. Как красиво ваш дворик новый можно сделать. Вот такие вот красивые цветочки. Посмотрите, посылаю вам Кортина де Ампеццо. Купила я эту стёганку Эрмана Шервина цвета зеленого для Мелиссы на гусином пуху Дока, комсикам, Пьюмина де Дока, 4 ани. Какая красота, девчонки!